сцене кинотеатра «Искра» прошел отчетный концерт театральной студии. Зрители ждали лучшие номера сезона – красочные костюмы, декорации и оригинальное музыкальное оформление. С приветственным словом выступила заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. От имени главы Ленинского городского округа я передаю слова глубочайшего уважения, слова приветствия всем участникам отчетного концерта, руководителям студии, ребятам с пожеланиями вам всем успехов, друзья. Искусство вызывает эмоции, вдохновляет и объединяет людей. Поэтому организаторы решили совместить мероприятие с благотворительной акцией. В этом году мы решили, что финальный отчетный концерт у детей должен пройти в русле благотворительности. Связавшись с соцподдержкой, мы выбрали семью, у которой есть мальчик 5-летний Саша. Он болен аутизмом. Саша Багнюк – мальчик со светлым взглядом, полным искренности и доброты. Однако за обаятельным видом скрывается серьезная болезнь. Саша и его брат-двойняшка родились с диагнозом аутизм. Социальной поддержке удалось помочь только одному ребенку. Отец семьи служит в зоне специальной военной операции, а мать одна воспитывает троих сыновей. Эта история до глубины души тронула коллектив театральной студии, где пропагандируются семейные ценности. Руководительница Лолита Горболь отмечает, что концерт удалось организовать благодаря поддержке администрации округа. Администрация охотно нам помогает в организации, что тоже большая благодарность им за это. СК очень добродушно относится к благотворительности, и в этом зале нам очень уютно. И на самом деле хочется сюда возвращаться, для того, чтобы организовывать все больше и больше вот такой вот благотворительной помощи. В фойе кинотеатра для гостей также были подготовлены розыгрыши призов, фотозона и сахарная вата. Посмотреть театральные постановки, поучаствовать в интерактивах и сделать доброе дело мог любой желающий. У меня ребенок участвует в сегодняшнем мероприятии. Они открывают, скажем так, благотворительный концерт, они первые идут. Ну и плюс это замечательная идея, добрая, именно от деток, что они сопричастны к такому делу. И я ребенку тоже это рассказывала, она вдохновлена, и поэтому мы тут. Артисты в возрасте от 4 до 16 лет предстали на сцене в разных впечатляющих образах. Они показали 7 непохожих друг на друга спектаклей. Выступления отличались жанром, тематикой и характером. Мы подготовили спектакль «Мудрые рассказы бабушки Аминь». И я играю главную роль. Как вот ты думаешь, как искусство помогает благотворительности? То, что люди играют в помощь людям. Вся прибыль с концерта была направлена на лечение Саши. Однако мальчик все еще нуждается в поддержке. Пожертвовать любую сумму и помочь может каждый. Арина Лукьянцева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.